В районе бухты Горностай седан столкнулся с грузовым автомобилем. Одному из водителей понадобилась помощь медиков. Со стороны Шамара в сторону поселка Рыбачий движется автоэвакуатор «Хина». За рулем своего рабочего автомобиля находится мужчина, который возвращается домой с заказа. За очередным поворотом он видит припаркованный у обочины автомобиль. Объезжая его, водитель автоэвакуатора притормаживает. В этот момент мужчина видит в зеркале заднего вида выскочивший из-за поворота автомобиль Toyota Corolla. Водитель автоэвакуатора пытается уйти от столкновения, но уже поздно. Toyota Corolla на большой скорости врезается в «Хина». Удар настолько сильный, что «Короллу» буквально вбивает под кузов грузового автомобиля. От удара у эвакуатора срывает запаску. У седана срабатывают подушки безопасности, а водитель остается сидеть с оторванным рулем в руках. По словам очевидцев, после столкновения из седана выходит компания нетрезвых пассажиров, которые, недолго думая, тормозят проезжающий автомобиль и оставляют пострадавшего водителя «Короллы» наедине с его проблемами. Водитель эвакуатора оказывает пострадавшему первую помощь и вызывает скорую. Врачи забирают мужчину в больницу. Во всех обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбираются сотрудники полиции.